6 дней в неделю по 2 часа. Такое расписание учебы ожидает воспитанников студии творческого развития детей Константина Хабенского. Актерское мастерство, пластика, художественное слово. По мнению самого народного артиста России, студия экспериментальная, значит, всегда можно пополнить список предметов. Просто стараемся приложить все свои усилия и знания для того, чтобы ребята чувствовали себя свободными, умели разговаривать, умели самостоятельно думать, умели проявлять свои эмоции. И, естественно, большое спасибо и администрации, и главе города за то, что они тоже подключились в эту историю. Основатель Сочинского фестиваля искусств Юрий Башмет также приветствует создание подобных студий для детей. Таланты нужно выявлять и развивать. Это потрясающе, потому что, представляете, когда в семье ребенок и неизвестно, чем его занять, кроме того, что школа, школа, а потом улица. И вот это вечная проблема, чем увлекается. Вот и нужно вовремя заметить, что нравится ребенку, и это развивать. Студия актерского мастерства Хабенского расположилась в Центре дополнительного образования СИП. Город предоставил не только помещение. Финансирование муниципалитет также взял на себя, ведь обучение будет бесплатным. У нас в городе это вообще тема номер один. По инициативе главы города мы ведем работу, чтобы каждый ребенок был занят во внеурочной деятельности. Такое творческое направление, как студия актерского мастерства, это прекрасная возможность самореализоваться ребенку. Уже известны даты первых кастингов – 20 и 21 февраля. Ребенку нужно будет рассказать басню, прочесть стихотворение или прозу на выбор. Можно будет даже спеть. Следующий набор в конце месяца – 27 и 28. Всего в студию смогут поступить 180 учеников. Если ребенок не попал, то он попадает в лист ожидания. И в более позднее время, когда освободится место, мы его обязательно возьмем. Информацию вы можете получить на сайте СИП, в нашей группе ВКонтакте и на нашем личном сайте. Там можно заполнить анкету и с этой анкетой прийти к нам на кастинг. Сайт studiosochi.com уже работает. Можно прийти и узнать о кастинге и в самом Центре дополнительного образования СИБ, который расположен по адресу улица Конституции, 26. Как заявил Константин Хабенский, в центр будут принимать не только особо одаренных, но и тех, кто просто хочет учиться. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.